Всем здорова, чуваки, с вами Варпач, Кофе, Алекс, и сегодня мы играем в замечательные гоночки в GTA 5 онлайн. Да, друзья, всем привет. Всем яо, друзья. Сказал, как какая-то бабулька, знаешь, когда в метро оповещает. Возможно, возможно. Но сегодня, ребятки, мы гоняем на новых вот таких вот суперкрутых Бугатти, Чирони. Да, Бугатти. Короче, новые тачки появились. Я вот уже на ней... Кстати, Олег, ты тоже, да, на новой тачке? Бугатти, Бугатти просто супер. Вот я прям как раз за тобой. Ой-ой-ой, это не я, это не я, это не я тебя ударил. Я уже понял, не, я просто все могу сказать. Тачка какая-то неустойчивая на дороге. Да, ее очень сильно заносит. Кто-то на новых, а кто-то Алекс. Ну, Алекс у нас, как всегда, Алекс. Я, кстати, 11-й еду, я вижу, как впереди просто толпа чуваков гонит. Виноват, виноват. Виноват, Сань. Сань, все, что ты делаешь, виноват, только ты сам, как бы, это все твой выбор. Вау, лайки босса проскочил так красиво. Санечек. Санечек. Главное перелететь! Я почти перелетел их, почти перелетел! Ну, я тоже! Кирюха, тут пробка! Кирюха, тут пробка! Я знаю! Сань, я второй, третий! Сань, дай проеду! Дай проеду, тут слишком узко! Капец! Капец! Тихо, едем! Мы с Серегой застряли! Вообще не можем! Ой, слушайте, тут что-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут вообще капец! Да тихо, я стою! Тут страшненько. Так, Сань, давай посередине. Ага, Саня, посередине поехал. У меня машина широкая. Подожди, где широкая? Где ты едешь? А, ты летишь, я вижу, да. Я понял. Я, кстати, второй. Первый у нас Алекс Белкин едет. Я тебе уступил позицию. Ага, конечно, рассказывай. Да, уступил. Догоняй. Тут мясо на самом деле. Мясо. Самое мясо я уже проехал. Ой-ой-ой, очень узко, очень узко. Так, подожди, теперь главное проехать эти сраные бочечки. Отлично. Ой-ой-ой! Пожалуйста. Ой, главное поехать, главное все. Я горю! Смысл, Кирюха, ты горишь? Я просто еду и горю! Капец, давай! Ай-яй-яй! Капец, давай, гони! Я и Алекс Белкин горим, представляете? Да, капец, нет, вот это нет, сейчас стой. Они распались, мать твою! Вот это, сука, эпик! Давай, пожалуйста, возьми чекпоинт! Так, я потушился! Я еще первый! Охренеть, вот это, сука, эпик! Бугатти просто великолепная машина. Я приезжаю первым. Отлично. Ну что, друзья, наш гонки на вот таких вот монстрах, вот на таких вот пехотах продолжаются, да? О, да, у меня такой просто конь сидит за рулем, капец. И-ха! Ой, где отчет? Где отчет, эй? Где счет? Где счет, ребята, эй? А где счет? Олег, я, кстати, тебя... О, тут-то поехал. Все, погнали. Быстрее. Гоним. Мне это какой-то бернаут пара дать. Что это там такое внутри? Ай-яй-яй, направо, подожди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я выбрал это патриотическую машину. Бело-сине-красный флаг России. Да божечки, дайте проехать, а! Ребята, что это тут вообще такое? Там, короче, это мини-скилл-тестик сейчас у нас будет. Ну что же это такое? Куда ж ты едешь-то? Зачем подрезаешь-то специально? Ой-ой-ой. Ну, ребята. Такие рок-ноты такие, капец. Я, кстати, проехал, я не знаю, там вроде... Ай, налево поворот! Слушай, тут какой-то, я не знаю, полоса препятствий или что это такое вообще? Кофе-байты! Кофе-байты, так. Хорош, мне пинать. А ты где? А, это ты, Саня? Я за тебя как бы... Так, Саня, Олег, сейчас я до вас доеду. Один. А как кофе-байты 9, а? 1-4-4-1, Сань. Ну это вообще просто супер космос класс. Нельзя было просто Алекс Фокс. Да. Не занято. Алекс Фокс, Алекс Фокс там Алекс 69 Алекс можно было. Чувство, когда забанили в GTA. Да, кстати, ребята, сейчас прошел вообще бан по всем аккаунтам. И у многих вообще просто забанены аккаунты. Поэтому если посмотреть вот на наши... А тут не видно, кстати, какие у кого левела. Саня или кто это? Ну, у ребят уровни сейчас по первому-пятому левелу, то есть вообще новые персонажи, это капец, да, какой-то. Да, друзья, нас просто всех перебанили, забанили, кстати. Я не... Да, хотя мы истинные фанаты GTA. Просто истинные фанаты. Я проснулся, и Олег уже бомбит, там говорит, меня забанили. Да, у нас просто взорвалось все. Да, у нас реально пукан прибомбил, потому что мы вообще ничего не пользовались, да, ничем. Никто не ожидал. Это забанили из-за того, что, как бы, знаете, в сессиях, типа, есть такие четырюки, которые заходят и дают деньги, типа, ну,
просто бесплатно, да, накидают за регистрацию. Полностью согласен. А зато Rockstar потом банят, а мы такие заходим утром, и нам такие вот свежие новости. Breaking news, знаешь, такое прям. Слушай, ну давай, ну давай, ну заезжай, ну что? Ну что же ты будешь делать-то? Дебилы! Подожди, куда? Ой-ой-ой, ну давай! Я понял, надо просто туда заехать. Просто надо туда заехать. О, Олег, здравствуйте. Здравствуй. Так, подожди. Сейчас надо, вот сейчас туда надо заехать. Ой-ой-ой, ну чё ж толкаетесь-то? А! Да как, блин. Давайте жить дружно. Слушай, мне кажется, проще было бы, если бы мы были не на Либераторе. Да, мне тоже так кажется. Да чё, ну, капец. Ты видишь, Олег, чё я сделал? Я вперёд еду, меня там толкают просто зверски. Да блин, ну что ж такое-то, так, а? Какой-то кто какой едет знает вообще? Я вот 18. Я вот 14 вообще не знаю. Вау. Непонятно вообще. Вообще не непонятно, вообще а просто. Ох, а тут два круга еще стоит. Ты знаешь, как будто стадион какой-то. Прям, знаешь, и мне, у меня прям стоит это, странное такое чувство, мне почему-то потно. Но вот тяжело мне проходить такую гонку. Саня! Да. Зачем на меня приземлился? Так. Так. Тяжелый, им тяжело. А я вообще на маршале еду. Маршал еще тяжелее, сука. Оп, нормас. Давай картон сраный, поворачивай. Картон? О, Санечек, Санечек. Хотя да. Ну, Саня сегодня день такой, на него все мужики приземляются. Что? Да, Саня? Кто Олег, кто я вот сейчас приземлился? Он там что-то барахтался. Так, осталось буквально 8 чекпоинтов. А тут два круга. Главное доехать. Чё? Два круга, что? Два круга. Вы гоните, кто догадался поставить сюда два круга? Зачем? Одного будет вполне достаточно, мне кажется. Я, пацан, один круг проеду. Я тоже один проеду, еще нахер мне второй. Это впервые в истории GTA среди 400 серий, наверное, когда мы просто проедем первый круг и забьем хер просто. А и правильно сделал. Да, потому что, а зачем тут не нужно два круга, здесь одного, 4 минуты. Оп. Так, и, ребят, я приезжаю первый, короче, и все нормально, да? Все, паркуемся и начинаем нашу следующую гоночку, как говорится. Ну что ж, ребята, теперь у нас будут гонки вот на мотоциклах. И чё, Кирилл, кто сегодня победит у нас? Да, я, наверное, приеду первым, я уже пока что второй еду. Выбрали все по батькам, по батькам. Ой, как много, я лучше бы назад не оборачивался. Вот это просто, понимаете, это вот первый друг. Ай-яй-яй-яй-яй. Олег, догоняй Саню, догоняй Саню. Я постараюсь, я пока вообще чуть ли не на самом последнем месте еду. Санёк умер, что ли? Подожди, где там? Са-са-са-са-сало, закройте свои. Да-да-да-да-да. Рот смыл, помойте туда, пожалуйста. Да-да-да. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, нихера, вот это гонка. Ну что, вот Сань, сейчас разборки начнутся питерские вообще на серии. Сейчас, знаешь, Кирюк, найди, название да для серии шок. Кофе Вайт подрался с этим. Да-да-да, Сань, с этим. С этим, Кофе Вайт подрался с этим. Воу-воу-воу, так мотоцикл разворачивает, жесть. Такая скорость, такая скорость. Тут просто по трубам летим и по ускорялкам. Вообще просто супер, по пьюбе летим. Да шо ж ты не догнал меня? Просто где вот вера в друга, ну Санёк? Не знаю, где там вера в друга вообще. Саня опять толкает, да, тебя Олег, поди? Так, конечно. Так. Потолочек, Не, знаешь, вот Сань, какое тебе место вот сейчас? 17-е. 18-е, да? Я вот, ну вот где-то... 17-е. А, 17-е. Ну я, значит, где-то недалеко сейчас. Сейчас, да, сейчас догонит. Сейчас догонит. Ой-ой-ой. Так, Кирюха, у тебя какое место сейчас? О, у меня 6-е. Или, нет, 7-е. Я не понимаю. Я вообще потею. Слушай, тут капец. Тут капец. Тут вообще просто мы летим куда-то. Куда летим, хер пойми. Ой-ой-ой. Капец просто. Тихо. У меня нет слов. Это очень... эпичная, сучка, гоночка. Да, есть такое, Кирюха, есть. Мне просто вообще капец, да. Слушай, откуда вы все повылазили-то, а? Я не знаю, Сань, как ты мог умереть вообще, а? Ты чё? Саня. Да нормально тут идёт. Так. Я первый еду. Нихера себе. Красава. Ничего себе, Кирюха. Как Кирилл все время это делает, я не знаю. Это финиш или что это? Нихера себе. Нихера себе! Вот это, сука, был финиш! Просто вторая за сегодня гоночка мега эпичная. Просто за нее можно поставить лайкусик, а можно из трех аккаунтов даже лайкусик поставить. За байнер. Да. За байнер. О, подожди, я первый раз вижу рваную рубашку. В этой игре такая есть?
Просто рваная майка, прикинь. И последняя гоночка завершается будет у нас около вот такого вот небоскреба, точнее даже около множества небоскребов. И мы снова на новых машинках. Короче, сегодня мы... А на чем же еще? Да, всю игру на новых суперкарах. Ой-ой-ой. 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 Охренеть. Кто последний на сиськи поглазеть? Я. Просто посмотрите, сколько тут болотов тут куркается вообще. Да. В окно, знаешь, такие подростки. Типа смотрят. Так. Главное, вот ребят, главное как на канале вот проехать. Снова, как я что-то не знаю, реально, я что-то не могу. Вот на этой новой как тачке я вообще не понимаю, как я что-то. Да нормально реально. Получится, Олежа. Все еще впереди. Все впереди еще много гоночек. Олежа, я конечно, все понимаю, но что-то чувствую уже не сегодня. Так, я долетел. Ничего себе, ни хуа-хуа, как говорится. Дратути. Так, слушай, а эта гонка неплохая, прям я вот так вот уверенно седьмое место держу и вот догнал уже вот побыстрее. И сейчас какой-нибудь барпач. Ай-яй-яй-яй-яй! Карамба! Вау! Так, слушайте, я неплохо так это проскочил, шестой уже еду и сейчас буду брать пакетики. А ты как? А, ты вон синий, да, за мной едешь? Да, я за тебя еду. А что у тебя синий? У тебя синий цвет любимый? У вас какие места? Вот, ребята, извините. Я шестой. Ну, какие шестой, а Саня седьмой. Саня седьмой, да? Восьмой. А ты? Что мне нужно делать? Я 113-12 лет. Это нормально, братан, нормально. Бывает. Я просто в два раза, понимаете, отстаю от вас. Ну как же так? В жизни так бывает, это гоночки как бы. О, я уже вот третий. Я вот уже третий, был шестой. В жизни такое бывает. Это как бы жизнь, знаешь, тут не предугадаешь. Да, совсем не бывает. Я понимаю все, пацаны, я все понимаю. Дерьмо типа случается как бы. Ну. Причем очень частенько. Да, частенько как бы, да. Это, знаешь, предновогодняя суета вот это, наверное. Мне кажется, да, вот как-то да, вот энергия движется. Это, короче, 29 декабря и все едут за подарками. Да. 31-го, братан, все едут за подарками. Настоящие хардкорные мужики едут 31-го числа за подарками. Я вот как-то раз выехал 31-го числа в город и пожалел. Я в пробке стоял полдня. Да, это была дикая жесть. 1 декабря, это может быть задание. Ну или как? Ну знаешь, вот вся атмосфера чувствуется именно 31-го. Вот это, сука, беготня до 12, вообще все работает часов до 6, да? Наверное. Ты до 6 часов бегаешь, ищешь то, что тебе нужно. Это, ну это же капец. Цены заоблачные, да. Денег нету, бегаешь как дурак по магазинам. Просто реально жиза какая-то, да. Серьезно. А еще, знаешь, и в магазинах ничего нету, вот в чем прикол. Да, все разобрано. Все разобрано, да. А ты просто бегаешь. Да, ребят, ставьте Лукас, если жиза, ну это реально вот так вот. У меня так постоянно, каждый год проходит, 31-го за подарками бегаю. Я раньше закупаю. Ну и встал, вышел отсюда. Я не чувствую атмосферу. А вот чекпоинт. Да, выход вон слева. Блядь, вы сказали про выход. Ты вышел? Я вышел. Я человек простой, слышу слово выход, выхожу, да? Да. Да, нормально. Так, ну я, в принципе, так третий хорошо держусь, вижу второго и первого, но они там пакетами обмениваются. Так, а вы сейчас на ком чекпоинте? Я на 37-м. Просто я как бы еще на 25-м, по-моему, и... Нормас, 25-й чекпоинт. Да 10 чекпоинтов разница. 10 чекпоинтов разница, это большая разница, Кирилл, большая разница. Так, большая разница, 10 чекпоинтов, так. Ой-ой-ой, уверенно заехал, я уже второй. Второй держу позицию. Оооо, я, сука, взорвался. Я сейчас буду 105-й. И никого не догоню. Нет, я третий. Ой-ой-ой, все едут, отстаньте. Барпачик. Слышь, ты сзади? А, ты рядом. А, ты сейчас улетел? Нет, не я. Нет, подожди, а где ты? Я успел остановиться. А, блин, понял. Ребят, значит, ну, ты до красава, этого был. Молодцы, да. Да, Олег, мы тут уже скоро финишируем, кстати. Я просто да не знаю, не тут не уже не скоро не финиш. Просто не мой день. Не так. Я уже просто готов остановиться и просто забросить. Карамба! Ой, сейчас будет финиш, я чувствую. О, спасибо, третье место мое. И эта гоночка завершается вот таким финалом. Просто категорически крутым. Всем спасибо за просмотр. С вами были Варпач, Кофе, Алекс Фокс и вся наша банда. Если вам понравился этот видосик, не забывайте подписываться на канал. Все ссылочки находятся в описании. Оставляйте свои комментарии, какие гоночки вы больше хотите видеть. Подписывайтесь на Варпача, на Алекса Фокса не подписывайтесь. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока! Всем пока-пока, друзья! Пока, ребят!